Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Мастерская Мастерок. Проблема с облаками состоит в том, что их дают нам слишком мало. Кто не успел в свое время урвать терабайт от Mail.ru или урвать 200 гигабайт от Яндекса на их день рождения, тому приходится довольствоваться 50 гигами на мега, и то при условии, читаем там галочку, что вы помогаете, что вы становитесь бета-тестером там, и нужно давать согласие на отчет, автоматический отчет с вашего компьютера. Для некоторых людей это будет критично, потому что некоторые люди не захотят делиться своей информацией из-за своих убеждений. И остается нам от 5 до 15 гигабайт на сервисах Гугла, OneDrive и тому подобное. Есть еще одно решение, как получить 40 гигабайт облачного пространства навсегда и бесплатно. В этом нам поможет WebMoney. Переходим в WebMoney, регистрируемся. Все равно, какой у вас аттестат. Даже можно без аттестата. Переходим к частным лицам и переходим в файловое хранилище. Как мы видим, 40 гигабайт нам дается бесплатно. Переходим на вкладку WebDAV. Нажимаем «Включить протокол». Это важно, чтобы мы могли подключить облако к компьютеру. Теперь придумываем пароль от 8 символов. Теперь переходим в компьютер. «Мой компьютер» заходим. Переходим во вкладку «Компьютер» и нажимаем «Подключить сетевой диск». В семерке правой кнопочкой мышки надо будет нажать. Буковка Z у меня уже используется для облачного хранилища Mail.ru. Поставим букву W, чтобы понимать, что это WebMoney. Далее указываем расположение. В появившемся окне указываем наш VM-ID и наш пароль. Нажимаем ОК. Есть наш диск создан. А какой еще один из плюсов, который понравится немного ушлым людям? Это то, что можно расшарить отдельно файл какой-либо и предоставлять к нему доступ за деньги. Я думаю, будет интересно. То есть вы делаете какую-нибудь интересную статью или, допустим, рефераты продаете, и готовый реферат, чтобы у вас скачать, человек должен заплатить денную сумму. Это не может не радовать. Вот такой вот легкий способ получения дополнительно 40 гигабайт. Можно использовать общий доступ, корпоративный доступ в системе WebMoney, в системе WebDAV. Это стандарты все идут этой системы. В общем, ребят, такое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Всем пока.